Представители сразу нескольких поколений собрались в одном зале, а все потому, что творчество имеет продолжение. Так назвали новую выставку в Музее мордовской народной культуры. Экспозиция приурочена году педагога и наставника. На ней представлено более 80 работ художника Веры Ковалевой и ее учеников. Самое, наверное, основное – это то, что здесь представлены костюмы. Мордовский костюм и, в частности, вот эрзианский костюм хорошо представлен. Со всеми аксессуарами, с сумочками – и с головными уборами, и с набедренными украшениями. И вот радует то, что еще здесь у нас представлен еще и татарский костюм, татар Мишарей. А еще представлены панно, полотенца, салфетки, скатерти, куклы в национальных костюмах и многое другое. Работы Веры Ковалевой – это не просто региональный уровень. Они выставлялись на всероссийских и даже международных выставках. Много сил художника уходит и на педагогическую деятельность. В течение 32 лет она обучает своих студентов декоративно-прикладному творчеству. Искусство не стоит на месте, считает Вера Ковалева. Наши студенты, они глубоко мыслящие, думающие студенты. И, конечно же, очень многие из них становятся преподавателями, становятся художниками, продолжают свое творчество. И продолжают свое творчество не только сами, но еще в младшем поколении. Я привела своих детей, своих воспитанников, чтобы они окунулись в мир творчества, чтобы они вдохновились идеями и смотрели на работы настоящих мастеров. Учитель продолжается в своем ученике. Это наглядно демонстрируют работы Веры Ковалевой и ее студентов. Арина Мелешкина, Виктор Кирдяев, Павел Тлабаев. Наши новости.